Всем привет, ребята, вы на канале Папа Фан Машинки, это игра Hot Wheels Race Off, да. Вы прекрасно это знаете. Так что можете переходить по ссылочке в описании и скачивать ее и играть. Да, ребят, это Android версия игры. Так, сегодня мы займемся наборчиком вторым. Избранные тачечки у нас, 19-ю трассочку. Кто не знает, то есть я вам скажу, что я прошел, в принципе, игру, но... Продолжаю бить рекордики. Недобитые звездочки я все-таки продолжаю добивать, ребята. Нужно везде набить первое место занять. Так, внедорожники в том выпуске, в прошлом выпуске я до конца все прошел. Полностью все 10 трасс у меня первые места заняты. Сегодня займемся избранными, хотя бы 19-ю трассу. Попробую ушатать. Так, поехали. Поехали, так, ну... Dragon Blaster. Ну, наверное, ее надо оставить, так как последняя тачка, но самая чумовая должна быть. И бить на ней рекордики нам нужно, ребята. Так, заездики у нас, я не знаю, сколько я буду мучиться, но... Я все-таки должен пройти эту 19-ю трассу максимально быстро, за 50 секунд хотя бы должен все-таки проехать, ребята. Так как 51 секунда, это уже. Нет, 52 секунды, это уже провал. Как-то нужно умудриться за 50 секунд хотя бы проехать. Не знаю, насколько это будет сделать просто или сложно. Но мы это сегодня сделаем, не сомневайтесь, ребята. Я свои поставленные задачи всегда выполняю. Так, ну пока отстаем. Ух ты, дракончик взлетел наш, чумовой дракончик. Давай, платформочка сейчас поднимется, быстрее надо успеть. Ай-яй-яй-яй-яй, фух, успел. А где мой соперник? Он уже умчал куда-то. Ребята, а, вот и финиш, кстати. Ага, минута 0-1, ничего себе, на 10 секунд позже приехал, чем прошлый свой рекордик на этой трассе. Так, давайте сейчас попробуем все-таки ушатать, не знаю, максимально быстро. Ёх ты, ничего себе, ребята, он просто скачет. Видели, улетел просто, ребята, он на чумовой другой тачке, он ничего, не на Dragon Blaster, он на этой предпоследней ушатывает, ребята, как он это делает? А, смотрите, я его не вижу. Где он? Черт бы его за ногу, у меня тут топливо еще пропустило. Ай-яй-яй-яй-яй, ну все, это крантец. Так, ладно, что, тогда мы тоже сейчас возьмем такую же тачку, как у него, и попробуем его же самого и уделать. Но я сомневаюсь. Так, топлива нет, естественно, я же там оставил. Так, он на этой вот этой. РД-02. Ладно, посмотрим, как ты на ней вообще гонишь так быстро. Ух ты, ничего себе. Она реально скачет, смотрите. Она реально прикольно едет, летает еще. Опа, ничего себе, ребят, вот на ней точно можно поставить рекордик, оказывается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот здесь нужно... Опа, есть, юзануло, круто. Так, скоро финиш. Что здесь нужно делать? Ничего себе, как ты меня обогнал-то? Ребята, он меня обогнал. Ага, он уехал, а я остался. Ой, финиш. Я чувствую где-то финиш здесь. Тихо. Я помню. Есть. Рекордик побит. 46 секунд. На 50 сотых доли секунды я все-таки первый. Ну, в принципе, быстро сегодня управился. Так, с 19-й трассой. Давайте перейдем к 20-й. 20-й, что у нас там? Так, 20-й. А кто рекордик поставил и на какой машиночке? Ага, на Dragon Blaster. Мы попробуем на этой, на RD-02. Сейчас мы тебя догоним, ты далеко не уедешь на Dragon Blaster. Хоть ты и умеешь летать, у тебя же крылышки все-таки есть, но мы тебя сейчас ушатаем, просто ушатаем. Эй, он даже не дотронулся, у него платформа уже упала. Как? Надо было дотронуться. Он нечестно делает просто.
Ага. Так, ну, неплохо едет. Неплохо едет Dragon Blaster. Да, еще перевернись, ё-моё. Так, я его обогнал. Их ты, вот так, круто, круто, круто. Не перевернуться, главное. Так. Сколько здесь было-то секунд? Какое-то время тут рекордик был. Сколько секундик? Секундиков, ребята. Тихо, тихо, тихо. Спокойненько, спокойненько. Дракончик меня не должен догнать. Есть! Не может быть. Ничего себе, вообще себе не ушатываю просто. Отлично, я даже не на дракончике, а на RD-02 поставил рекорд. Прикольно, так, минута 09. Круто. Так что можно смело переходить. Ну чё? Избранные у нас побиты все рекорды. Переходим к наборчику 3. Мощные. 23, 24, 20. О, тут вообще полно. Тут аж 1, 2, 3, 4, 5, 6 трасс у нас не закрытых. Так, ну давайте закроем. Давайте закроем. Роджер, доджер. Ничего себе, он пролетел там. Он что, очумел, что ли? Бед, мой соперник вообще там что-то колбасит. Тихо, тихо, сейчас прижмет эту. Да как? Как так? Давай опускайся, платформа. А что-то я отстаю. Топливо, топливо заканчивается. Топливо заканчивается, ребята. Чух ты. Так, финтик. Big Air. Нормально. Ё-моё, все, топлива нет. Отлично, вообще замечательно. Так, я не понял. А он поставил рекорд вот на это? Не может быть. Давайте мы до масл. Масл возьмем. Мускулистого чувачка мы сейчас возьмем. Давай. Он бешеный какой-то просто, я не знаю, ребята. Бешеный. Где моя платформа? Так, а где топливо? Топливо где? Вот оно. Так, тихо. Вот здесь уже нужна тачка помощнее. Так что зря я, наверное, на Роджер не поехал. Ёх ты, я тебя ща догоню, я тебя ща ушатаю просто. Мускулистая тачка. Так, спокойненько. Топливо есть. Так, ну что-то все равно не могу догнать. Ой-ой-ой, это что было-то? Чем я задел? Чем-то задел. Да хорошо, Роджер, Доджер. Ну-ка, иди-ка сюда. Поехали. Бам. Так, я первый съеду. Нет. Да что ж там меня там приколбасило просто. Их. И платформа. Раз моя платформа быстрее опустилась. Обнимаемся все равно что-то равномерно. Так, что здесь у нас? Что здесь у нас? Ничего особенного пока. Так, а дальше что? Не помню. Тихо. Здесь, вот здесь спокойненько проезжаем. Здесь ускорелка, по-моему, будет. Ага, мертвая петля типа какая-то обрезанная. Ёх ты, залетели. В принципе, есть все шансы, чтобы побить рекордик, ребята. Топливо подбираем, нормально. И можно съезжать быстро. Как-то надо быстро умудриться. Ребята, он меня догоняет. Он меня догнал. На съезде догнал, вообще четко так спустился. Засранец-то такой, а. Угу, финиш, хорошо. Так, 3 звезды тоже есть, прикольно. Минута 12 и 52 секунды. Ой, 52 сотых секунды.
Так, отлично, что давайте посмотрим, что у нас в итоге. 23-я побита, 24-я остается, 26-я там дальше. Ну, это все будет в следующем выпуске, ребята. Так что давайте на этом тормознем. Смотрите, у меня из 120 звездочек уже набрано 110. Когда же будет обновление? Когда будет обновление и добавится новый наборчик? А, как вы думаете? Пишите в комментариях ваши версии, варианты ответов. Никогда! Когда-нибудь будет, либо, я не знаю, завтра, послезавтра. Короче, ладно, это все шуточки, конечно. А вы давайте делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Всех благодарю за просмотр, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.